отвечай на вопрос. Как тебя зовут? Меня зовут Екатерина. Ее зовут Екатерина. Ты участница или зритель? Я участница, да. Какой молодец. Страшно было выходить на танцпол? Если честно, страшно, потому что танцоры были очень крутые. И вот надеюсь, что я пройду, но вообще мне кажется, что я неплохо. Так. Супер. Тебя когда-нибудь бросал парень из-за того, что у тебя рваный носок? Нет, я не ношу рваные носки, но я думаю, что может быть такое в жизни всех, да. Хорошо, спасибо. Нет, с вами была Катя, можно похлопать. Наложишь аплодисменты. Ты участник или присутствовал, так? Поддержать народ? Я два раза участник. Два раза участник. Почему ты танцуешь? По полу. По полу. Хорошо, молодец. Да. Сколько лет ты танцуешь по полу? Ой, по полу я танцую лет 5, чтобы не соврать. 5 лет плюс-минус 5 лет. В общем, долго. Сколько лет? Хорошо. Тебе нравится, когда тебя перебивают? Да. Тащусь. Честно. А тебе нравится, когда тебя передразнивают? А материться можно, нет? Не, материться нельзя. Ну, можно. Мне это очень нравится. Сейчас мы знаем, кто победил. Как ты думаешь, ты не прошел дальше? На самом деле, я думал, что я пойду в клубе, я думал, что я не пойду в электро, но оказалось наоборот. Главное, это не крепко пошел, главное, это не попросить, качаться. Главное, не маты, главное, пляхать. Пляхать круче, чем батя. Надо просто пляхать, получать кайф. Что ты делаешь, когда у нас остается в клубе? И когда у меня срастаются брови, я расширяю череп. Хорошо. Все, спасибо. Ну что, следующий у нас кто выходит? Царевичи одинаковые. Китай имя. Китай имя. Царевичи одинаковые. Понятно. У тебя есть магазин там? Да, магазин. Я была в твоем магазине. У тебя еще девушка там? Есть. Есть. Китай я девушка где? Девушка с фан, да? Да, да. Хорошо. Так, подожди. Сколько ты лет танцуешь, занимаешься танцами? 13 лет. Нет, 3 года. Он 8 лет занимается бибоингом, 2 года занимается хип-хопом. Как ты понял? Скажи это быстро, давай. Давай переведи. Как ты понял вообще, что это так? Он сказал мне, что 8 лет он занимается бибоингом, 2 года занимается хип-хопом. Окей. Я дам танцевать. Хорошо, спасибо. Громко говори, громко и внятно. Представься сначала. Как тебя зовут? Меня зовут Руслан Куликов. Я говорю громко. Он говорит громко. Громко. Ты участник или зритель? Я участник. Мне очень нравится, как танцуют. И я очень переживал, когда делал выходы. Но сейчас мы поедем, он мне расскажет мои минусы, мои плюсы. В итоге мы с ним запишем совместный видос, хоряшку какую-нибудь. Ну, тебя хоть раз перебивали? Нет. Расскажи, как это было. Что? С вами был Руслан Куликов, участвовал и круто сделал свои выходы, и спасибо. Он молодец. Такая ситуация. Я вот честно скажу, с натяжкой смог выбрать 15 человек. Не-не-не, я смог выбрать только 15, и то с натяжкой. Давайте все вместе встанем.